Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда все живыми отсюда выберемся. Достало. Как меня все достало. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда все живыми отсюда выберемся. Ничего. Я им так просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать.
твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Здоров. Некоторые штабные суки мутантов за пояс заткнут. Что в зоне творится? Рассказать бы кому. Так не положено. Нормальная в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Учтена каждая мелочь, мать их штабные. Это считается хорошая подготовка, когда из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили! Thank you.
самое страшное точно. Как там у Сталкера? Как его зажарило? А другого по деревьям. Пускай. Не дай бог. Лучше на пулю нарваться. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Ну, типа, привет. Чё новое? Чё, ну чё ты тут мельтешишь? Чё нового? Ну, типа, привет. Чё, ну чё типа, ты тут привет? Мельтешишь? Чё, ну чё ты тут мельтешишь? Если тебе перетереть, что надо, вон тебе пахан. Сейчас. Умники, ёптыть! Страховка? Да на кой хрен у нас далась тебе эта страховка, когда и хранить не будет чего? Родичам что, пробухали, да? Лучше бы на руки сразу выдавали. Thank you.
Ну типа привет.